местные жители обнаружили это место разрыва. На этом месте были кусты, вот мы их срезали, тут масса кустов было, убрали кусты, расчистили и увидели под кустами части останков. Начали разбираться, да, это оказалось останки времен Великой Отечественной войны. Что с ними будет дальше? Мы их всех пытаемся изолировать, идентифицировать, если получится. Пока личных вещей мы не нашли, по которым можно было бы определить, кто это такие. Но время покажет, мы только начинаем раскоп. И, конечно, мы их перезахороним. Самое главное, перезахоронить их с почестями, как положено. Бойцов мы находим фрагменты ремней поясные, брюшные, обувь, все бойцы в обуви, в ботинках. Удалось найти бутылка того времени была среди останков, возможно, кто-то их поминал в то время, потому что это санитарная яма, возможно, их помянули. Вот также находим пуговицы, по пуговицам удалось точно уточнить, что это наши бойцы все-таки. Вот, что мы еще здесь нашли? Подсумки, ну и элементы одежды. Расчищаем, вот его правая рука, вот левая рука. Тут же под ним идет рядом с левой рукой еще одна рука, но уже другого бойца. Ниже есть еще человек? Да, ниже есть еще человек. Пока не понимаем, тот ли человек, который лежит рядом с ним, или это другой человек. Ну, для того, чтобы нам это понять, нам нужно поднять верхнего человека. Когда мы поднимем верхнего бойца, мы поймем, расчистим и поймем дальше, кто и как дальше там находится. Многих бойцов, найденных здесь, ботинки, и эти ботинки подкованы, шпаткованы. Да, характерная особенность. Хочу сказать отдельное спасибо местным жителям за то, что сообщили, скажем так, дали звоночек, и мы приехали на это место и нашли этих бойцов. Просьба, если находите останки времен Великой Отечественной войны, не стесняйтесь, пожалуйста, сообщайте нам. Все бойцы должны быть найдены, подняты и перезахоронены.